Абатия процветала под... В зонгарском лагере что-то неладное творится. Говорят, в зонгарском лагере что-то неладное творится. Таран? Печать силы? Нет, не припоминаю. Прошу, спасите пленников. Не бойтесь, придет мой папа и всех спасет. Грешно в такой чистой торговле думать, а все-таки...
что? За что? Помогите! 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 За что? Помогите! За что? Yeah.
ухо наконец попал. Что там произошло? Это из-за тебя столько шума? Надо же в одиночку такой переполох устроить. А ты не помнишь, среди пленников была девушка? Стройная. Я иду, Нари. Я иду, Нари. Как юдийская соль разъедает. Помните королевский дворец из рассказов господина Чандра? Теперь я знаю, что осталось найти третью плиту. Зависть к величию Лютерана исказила душу Кассия. Он возжелал сил. Жирских. Там враги, тут враги. Куда бежать? Мама, они забрали папу. Папу убили. Тиф мне помог, и тебе поможет. Кого они у тебя забрали? Меня Латифом звать, а тебя как? А как пишется? Я не из праздного любопытства спрашиваю. Сегодня снова в ночь пойдем.
Совет Латифа? Я когда увидел Латифову дочурку, худенькая, лопоухая, глаза большущие, у меня сердце сжалось. На нее кандалы цепляют, а они спадают. У нее же ручки тонюсенькие. Thank you.
Спасибо тебе, Каруджи. Это спаситель по-нашему, по-кабайски. Как тебя отблагодарить? Спасибо тебе, Каруджи. Это спаситель по-нашему, по-кабайски. Как тебя отблагодарить? Золота у меня нет. Вокруг чай не морали.
обычно не торгуюсь, уж но не для тебя так и быть. Сделаю исключение. Взгляд пытливый, походка уверенная, лицо простодушное. Ну, беги. Каруджи. А я уж начала переживать. Каруджи. А я сама виновата, что меня схватили. Хотела пыльную бурю на супостатов наслать. Перетерла травки. Найди выцветшую плиту. И зачем мы в каньон поехали? И было пророчество. Вы расшифровали надписи на последней? Клянусь Руфионом, я даже не знаю, кто говорит более загадочно. Теперь кабайские шаманки долгие годы ждут чужака или чужестранку, что принесет в эти земли дождь. Моя...
И зачем мы в каньон поехали? Ай, вижу, тяжко вам. Ступай на Акрополь, король. Сегодня мы обратимся к богам. Кабайцы забыли имена богов Каруджи. Вали их! Гурьбой навались! Вам не выжить, бродяжки! Вали! Шайка пустынных бродяжек в сборе. Господин будет доволен. Алхаргой любит подсоленное мясо. Слышали, бродяжки? Кто пойдет на закуску? Спасите!
Искатель! Все назад! Не подходите! Ну же! Все назад! О чем вы говорите, Искатель? Это ваше появление предсказано в пророчестве. Иного быть не может. Да, я тоже чужак, который пришел с запада, но я... Дерон. Подойди, Каруджи, и грянет гром. Почти все готово, Каруджи. Нужна лишь одной щепотки соли будет. Что говорит Радмаджами? Разве же это соль? Каменная пыль и птичий хамниш. Или как вы это на всеобщем называете? Хорошо, что я всегда ношу с собой мешочек. Ох, Фариза. И все-то она лучше всех знает. Синюю соль оставь себе, Каруджи. Мне нужна соль.
Мы долго этого ждали, Каруджи. И боги не спаслали нам благословен. Не могу поверить. Путь открыт. Вы точно готовы? Признаюсь, мне немного страшно. Я бы пошла с вами, но мне надо за младшим Постойте, искатель! И расступится вода. Позвольте мне. Теперь путь открыт. Нас ждет Марай. Я все знаю, Каруджи. Юдейские ветра да нельзя говорливы. Найди Ширху Джами, Каруджи. Нашим временам лучше всего зелье отхранить.
кабины наша мать.